Эвелина Живая, 19 лет, родилась в самолете, летящем в Уренгой, студентка и начинающий журналист. Жизненное кредо – цель жизни – развитие своих способностей. За время проекта «Саратовский автодор» выиграл у питерского «Зенита». В Нью-Йорке выпал невиданный за 40 лет уровень снега. А я точно узнала, как реализовать свою мечту до конца недели. Благодаря третьему заданию я оказалась по ту самую сторону экрана. И стоит признаться, мне очень понравилось. Тему для интервью выбрала не случайно. Важной составляющей журналистики, я считаю, социальный интерес. А главным оружием – слово. Говорить о конкуренции нелепо. Добрая половина участников – мои друзья. Поэтому хочу пожелать каждому поймать свою волну и достичь намеченной цели. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Ну а нам остается лишь пофантазировать, сохранится ли исторический... Ай, господи, еще раз. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера. А полные версии работ наших участников вы можете увидеть в группах РЕН-ТВ Саратов во всех популярных социальных сетях.